служивый на земле псковском. Птички поют, речка журчит. Эх, так бы и сидел, на бережку ножки свесив, на рыбку удил. Хороша речка. А рыбы, ух, гляди, поймал езя, которого есть нельзя. О, на любой роток есть свой окунек, а? Будешь? Отказываешься? Да ты морду-то не вороти, на безрыбье и головастик сом. А за свою музыку ты явно обед-то заслужил. Он как надрываешься? Ну давай, играй. Играй, балалайкина душа. Вот деревяшка. Деревяшка, три струны всего. А какие коленцы выписывай, да? Так. Царь? Где царь? Какой царь? Здесь токма капитан бомбардирского полка Преображенской роты Петр Михайлов. Я, конечно. А мы, значит, просто зря бегаем по полям, по лесам. Где царь? Нет царя. Мы ж думали, туки его стибрили. Стибрили? А нет, он, оказывается, рыбку удит. Ага, стибрили, значит. Закопали и на камне написали. Ты чего орешь? Рыбу все вон распугаешь. А ты, служивый, что ты? Играй свою музыку. Минхерц, понимаешь, матушка императрица сказала, что если я вас не отыщу, она мне шею свернет. Еще сказала, на хлопучку мне даст. На хлопучку? Да. Так и сказала? Да. А ты знаешь, что такое на хлопучка? Знаю. Не знаешь? А вот капут тебе, немец. Ой, капут! Тихо. Мутор сказала, мутор сделает. Я сам боюсь. Ты смотри-ка, лучший каков улов. О, гляди. Что, не нравятся тебе наши лещики псковские? Не нравятся? А мы тебе вон... Ёршиком побалуем. Ну-ка, открывай рот! Открывай роток, Европа! Что? Что, не глянется? Глянется. А у меня тут, между прочим, жабы еще имеются. Нет, не надо! Да ничего, мы этот изыск французам скормим. Дыши пока, немец. А ты, служивый, вот что. Бери свое бремчало, прихватывай скоморохов и ко мне на ассамблею. Что я здесь, на псковской земле, затеял? Ну? Что вылупился? Махни башкой. Да еще раз махни. Уяснил? Тогда идем. Захвати ведерко. Хорошо. Идем! Так, все вон, дайте пройти. Что ж такое? О, Наташа! Майн Год! Вот тут заколи! Да нет, вот тут! Ой, да не так! Прощение просим. Какая ты неловкая! Прощение просим, государыня! Чёрт, я в твоем прощении, дура! Себе-то вон какую прическу сделала, чистый Версаль! Так 3 дня назад делала! И что? До сих пор держится? Так сидя же сплим, государыня, как часовые, только чтоб прибору не испортить. Я Наташа, Наталья Гавриловна Ржевская, сочинителем Александром Пушкиным, придуманная в романе про царя Петра. А вообще нас, девушек 18 века, мало спрашивали, чего мы хотим. Взяли вот и выставили на свет Божий. И хоть я дочка русского боярина и манерам обучена, ну, страсть, как краснею, когда вот такое немецкое платье одевать приходится. Ну, все ж, видать. Ой,
Сейчас вот при дворе государя Петра Алексеевича и матушки императрицы Екатерины Алексеевны. И алмазную заколку слева у себя сними. Я же запретила закалывать две заколки на царский манер. Так, а где немец? Я здесь. Где же мне еще быть, матушка императрица? Таких, как я, было есть немало. Царь Петр свозил нас с Голландии, Пруссии, Англии. Ну, как говорится, Бог весть откуда. Потому что мы, немцы, очень хорошо и правильно относились к своей службе. Что не есть сказать по-правильности. А я ничего и не говорю. Он уважай, мой год, храбр, прилежен и поистину неутомим. Он один может управлять всем. Ну где же он? Где же он, свет души моей? Петруша, Петр Алексеевич! Ой! Петр Алексеевич! Здесь я, матушка, здесь! Вот уже 350 лет как здесь. Все вот этими самыми ручищами делать приходится самому. Ну что ж ты, Катя, переполот-то затеяла? И ты, немец, здесь. Вместо того, чтобы по лесам шастать, лучше бы занялся бы делом. Жду проектов от тебя для парадиза моего. Тащи немцев, итальянцев, тащи, всех тащи! Хочу, чтоб не хуже. Натюрлик. Я-я. А это что за горлинка? Ржевские мы. Ржевские? Сдавал я одного Ржевского. Не брат ли тебе поручик Ржевский? Упаси Господь. Тут еще лет через сто после меня жить будет. Ну, что будет, то будет. А нынче, глянь, Петр Алексеевич, сколько народу на ассамблею твою пожаловало. Пришли и сели без церемоний, как ты того желаешь. Ну что ж, виват, господа хорошие. Скевичи, капустники, мигинники, ершияны. Смотрю, все мастеровые. Ну что ж, ведите себя запросто. Петр Алексеевич, а у меня для тебя сюрприз. Катя, не люблю я вот сюрпризы эти ваши. Дорого они, казне-то обходятся. На сей раз даром, господи, даром. Крестник твой из Европы пожаловал, Ибрагим Ганнибал. Милый мой араб! Как же я соскучился по тебе, рад тебя видеть. Ну что, не забыл меня на чужбине? Не забыл, государь, предан тебе по-прежнему и душой, и телом. Ойли, лучше скажи-ка мне, Ибрагим, где ты России служить намерен? В тепле? Аль на сыром ветру? Где велишь, Петр Алексеевич? Велю здесь! Россия мне дом родной, а тебя люблю и почитаю как отца, поэтому готов служить тебе и сердцем, и шпагой. Виват Петру Великому! Виват! 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 Радуйся, Петре! Виват!
подданные мои, затеял я учинить ассамблею здесь же всем величием. А посему быть ассамблеей Петровской на земле Псковской. Ассамблея есть слово французское, которое при переводе на русский воспроизвести одним словом не есть возможно. Вольное собрание или съезд не только для забавы, но и для дела, ибо здесь можно друг друга видеть и о всякой нужде говорить. Ой, а за столом-то тяжко. Вилками и ножиком по тарелкам не стучать, не чертить. И должно сидеть ровно, а не из бочелистью. На пол не плевать, предаваться веселью. Также слышать, что где делается. Опять же танцы, забавы, амуры. Всем вести себя вольно, танцевать. Торжественный танец, менуэт, кавалеры ангажируют в храм. Чего вы все молчите? Вы что, не понимаете по-нашему? Отчего же не понимаю? Русский язык не родной. Просто я отроду молчалив. А сейчас и вовсе оробел. А как вам, Наталья Гавриловна, ассамблея сия? Ой, ох уж эти ассамблеи! Наказал нас ими Господь за прегрешение наше. Что ж в них дурно? А то, до ночи плясать и разговаривать с мужчинами. И добро, если бы еще с родственниками. То с незнакомыми. И тут еще вы. Что ж я? А то, что наружность ваша как-то уж темна, как ночь. Нет веселья на Руси. Оно начнется поздно. Враж не входи, соседа слушай. Ревя в одиночку, уподобляешься ослице Валаамской.
музыкальностью и сладкоголосием. Напротив, снискаешь многие похвалы наши. Два каплова коророва жида молодили, а две кукуши мимо Божий да домой носили. Две кукуши мимо Божий да домой носили. Две сороки белобоки пошли танцевать, а вороны старшены да перенимать. Старжоны за перенье мати, щука рыбку продавала, свинья покупала, а лисица бутовщица и не отбирала. А лисица бутовщица и не отбирала. Медведь ее на рукавицы кроет, свалившийся с колодницы да на бабу лает. Свалившийся с колодницы, да на бабу лает. Эх, славно, ох, славно, братцы, ох, как славно. А ты как стоишь, как ты стоишь? Подчиненный перед начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый, добразумением своим не смущать начальство. Чего хотел? Не великоснить, государь, на понимаешь, малорайсник прибил. Кого прибил? А, нет, он никого не прибил. Если он прибил, я бы его прибил. Я хотел сказать, барабанщик прибыл и с собой еще целую агаву привел. А, служивый! Ха-ха, осмелись! Ну, виват, господа, музыканты. Смотрю, в мундиры оделись. А что это вы? С пленных шведов, что ли, сняли? Петруша, платье европейское. Мастером Гуччи шитое. Гуччи? Это что ж за мастер-то такой? Нашему собору двоюродный плетень, что ли? Петруша! Ну, господа музыканты, покажите, как вы своей музыкой вышивать умеете, а мы поглядим. Thank you.
разные утопки, хоть заставят, не оставят, добрые ветры не приставят. Как вышиваете! Ох, молодцы! Я хотел сказать, что они вам передают, что привезли для вас очень знатную немку. Ты чего мелешь? У него уже есть одна. Не серчай, матушка. Немка сия в Париже пению обучалась. Ой, знаем мы этих французских немок, гарпии, да и только. А искусство сие оперой зовется, и в Париже в большом почете. Ой, вот только на Псковщине нам оперы не хватало. Точно. Циц, промедление смерти подобно. Поглядим, что за птица такая. Чему по деревне раздать? По деревне. Ой, да так и деревней-то не напасешься. Циц! Циц! А почему все стоят? Никому не стоять! Всем танцевать велю! Да-да-да, поспешайте! Пусть все крутится и вертится! На ассамблее велено танцевать всем танец англес! Thank you.
А вот жених? А чем не жених, а? А хорошо я придумал. Ну что, крестник мой? Хороша девка? Ну, давай, давай, целуй невесту. Целуй! Что оробел? Государь, позволь говорить откровенно. Позволю и даже прикажу. Свадьбы этой я не желаю. Как это ты не желаешь? Она что, не люба тебе? Люба. Ну и не дури. Оттого я не хочу ее насильно под венец вести. И ты из-за этакой безделицы пойдешь супротив воли моей? Пойду, государь. Не дури, Ибрагим. Уразумей, глупец. Ты есть кто? Кому будешь надобен безземельный, безденежный и безродный? Безродный? Да он теперь еще и безголовым будет. На плаху захотел. Петруша, Петруша, уймись, уймись. Друг мой. Ты друг мой сердечный, изволь мне не мешать. А меня что, вообще никто не спрашивает? Да что мы, дикари, что ли, какие-то? А еще в 18 веке живем. Не пойду за араба. Ишь, принцесса выискалась. Без тебя порядок соблюдем. Твое дело молчать и благоговеть. На войну идешь, молись. Под венец идешь, вдвойне молись. Что сказано сватом, то и свято. Женить бы есть, расшенить бы и не придумали. Пока что. С глаз долой. Свадьбе быть. Да. Я так решил. Я тебе такую свадьбу покажу, Ибрагим Петрович. Век псковской земли не забудешь. Любовные картинки из жизни пастухов и пастушек на свежем воздухе. Yeah.
Сие громко, но не дерзновенно. Ни ухи, ни рыбы. Кто дерзнет исправить? Я, государь. Кто таков? Кто таков? Дворянин Сергей Русанов, Рождественского уезда. Ишь ты, шибкий какой. Ну что ж, поглядим. Thank you.
Ну и о чем сей ор? Петруша! Браво! Браво! Так и о чем же? Как о чем? О чуде италийском фуникулёре! Фуникулёре! О чуде! А мы тут своей телеги колесо починить не можем, да, Ибрагим Петрович? Иди-ка сюда, немец. Я тебе расскажу сейчас об устройстве козни шутейной. Понял? Не понял. А вы что, дедушки мои, приуныли? Али кто с царем сплясать желает, может, желей скушать? Так и вы не стесняйтесь. Что? Молчите. Значит, службу свою правильно понимаете, а служба у нас нынче арапузы урезонить, ишь хмурится бусурман. Я ему покажу, с какой стороны редьку кушать. А вот и мы, прошу, прошу, вот света не включаем. Ну что, Ибрагим, сейчас твой судим решать будем. Выбирай любую, какую выберешь, стой под венец и пойдешь. Да, государь так решит, и хлеб не видит. Ну решайте, решайте. Решайся.
Дуля! Дуля с маслом! Судьбу свою надо бы разом выбирать. Оперились птенцы гнезда Петрова, а я таким птенцам раз крылья обрежу. Все с глаз моих долой! Не губи, царь-батюшка. Люб мне, Ибрагим Петрович. А то, что не выбрал меня, так это он нарочно. Я только вот одного не пойму. Ну чем я вам не подошла? Ни в чем, ангел мой. Я не нашел вас изъяна. Но вы же сами сказали мне, что я вам не мил. Как же я мог после этого вас под венец вести? Жизнь со мной вам бы показалась мукой. Государь, о благе государства печется больше, чем мы глупые. А посему, как решит царь, так и будет. Хитра ты, матушка. И эту ношу на меня взвалить хочешь? Так ведь я тоже тиранствовать не хочу. Растянул государство с запада на восток, как гармонь. А играть-то на всем инструменте подданных не обучил? А когда за тобой держава, которую своими собственными руками сделал, тут думать надо за всех, за всю империю! Thank you.
окно не видать! Огня! Огня! Огня сюда! Ах вы, дедушки мои! Это у меня в глазах потемнело. Ничего, ничего. Послужит еще России, Петр Алексеевич. Ох, как послужит! А что же вы? Что же вы днем-то с огнем? Слава Богу, Петруша! Сердце души моей, светочей неуемных. Ой, как ты нас напугал, напугал! Ой. Ну, ну, что стоите? Славьте царя! Славьте! Аллилуйя! 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 Светик мой, радость, Наташенька, никому тебя не отдам до самой смерти моей. Государь, прости меня. И меня простите, батюшка. Ишь, как голубь с голубицей. Что ж, стало быть, уважили отца. Благословляю! Чили, чили, тесто, жених и невеста. Ах, вы сени мои, сени, сени новые мои, сени новые, кленовые и шерепчатые. Ходила молода, зубовые ворота, выпускала сокола из правого рукава. И летели высоко, и высоко, и далеко. Как же я хочу смотреть на вас, да радоваться. Хочу, чтобы Россия моя, подобно небывалому фрегату, сошла со стапелей и в плавание. На зависть всем державам, чтобы труды наши не были напрасными, а поколениям славу и богатство Отечества беречь и множить. Державе нашей, Отечеству российскому, виват! 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 Всецело отдастся службе и очень преуспеет в этом деле. За свои заслуги ему будет пожалована земля в Псковском уезде, откуда и пойдут потомки славные, в числе коих великий поэт
Александр Пушкин. Женщины после своего заточения в тюрьмах и светелках вдохнули глоток свежего воздуха. И так им бы это пошло на пользу, что они не уступают немкам и француженкам, а иногда имеют перед ними преимущество. Латышская простолюдинка Марта Скамронская была любимой женой русского царя Петра, которую он сделал императрицей и наследницей дел своих. После смерти супруга взошла на престол и правила 2 года, не особо вникая в дела государственные, оставив их на попечение фаворитов. Для многих она так и осталась в истории, как друг сердечный Петра Великого. Петр Первый мощью своего гения достиг невероятных успехов, превзошедших все ожидания. Он возвел государство российское на небывалую высоту, еще при жизни получив свой главный титул – Петр Великий. Дорогие друзья, наше представление организовано при поддержке Российского фонда культуры. И я с огромным удовольствием представлю вам артистов и коллективы, которые сегодня радовали вас. Это артисты Петербург-концерта, Санкт-Петербургский государственный ансамбль танца «Барыня», художественный руководитель, заслуженный артист России Татьяна Тимохина. Ансамбль солистов «Рождество», художественный руководитель, заслуженная артистка России Ольга Ступнева. Ансамбль «Эссе Квинтет». Артисты Светлана Спириденкова. Артём Миллер. Евгений Тенюк. Антон Денисов. И Анна Фомичева. Спасибо. Снимаю. Спасибо большое. Благодарю. Спасибо большое. Мы благодарим всех, кто пришел сегодня на праздничную ассамблею, посвященную 350-летию Петра Первого. Всего вам самого доброго. И, конечно же, до новых встреч. Спасибо. До свидания. Finito, что в переводе с итальянского означает «конец».